Далее моя коллега коротко расскажет о других новостях Сахалинской области, заслуживающих внимания. Сахалин вошел в рейтинг регионов с самой высокой зарплатой. Исследование опубликовал Росстат, собрав данные с января по июнь 2023 года. Согласно статистике, среднемесячная зарплата на островах – 111 тысяч рублей. Самые большие деньги получают в Чукотском автономном округе – практически 155 тысяч. Также в рейтинг вошли Москва, Магадан и Ямало-Ненецкий автономный округ. Специалисты объясняют это развитыми секторами торговли и промышленности. Южно-сахалинцев приглашают на ярмарку недвижимости. Она пройдет в субботу, 30 сентября, в арт-резиденции «Маяк» с 10 утра до часу дня. На мероприятии свои предложения представят застройщики региона. Горожане смогут подобрать подходящие варианты квартир, получить консультации по интересующим вопросам. Также на мероприятии будут действовать специальные условия для владельцев жилищных сертификатов. Жители Курильских островов делятся кадрами косолапых визитеров. В селе Найтурупе медведь залез в столовую в поисках еды. А вот уже другой хищник пришел на кладбище в Курильске. Вот завели ж соседа, а? При этом пользователи отмечают, все медведи упитаны, а проблем с естественной кормовой базой нет. В реках есть рыба, но косолапые все равно приходят к людям. Тем временем рыбаки на Найтурупе установили новый рекорд. Мужчины поймали тунца весом практически в 300 килограмм. Чтобы взвесить рыбу, пришлось использовать кран-балку. 170, 180, 200, 200, 240, 250. Больше 250. 250 плюс.